Вязание квадратного мотива из столбиков без накидов. Сначала делаем скользящую петлю. И далее вяжем вокруг петли 8 столбиков без накида. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Затем затягиваем скользящую петлю в кольцо. Вот у нас первый ряд готов. И соединяем с помощью соединительной петли первый ряд. Вот у нас получилось колечко. В этом колечке у нас должно быть 8 петель. Проверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Далее вяжем следующим образом. В первую петлю провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, и 3. Это будет угол нашего квадрата. В следующую петлю провязываем 1 столбик без накида. Затем снова 3 столбика без накида. Опять 1 столбик без накида, еще раз 3 столбика без накида в одну петлю, затем 1 столбик без накида в следующую петлю и снова 3 столбика без накида в следующую петлю. Затем вяжем 1 столбик без накида и соединяем этот ряд соединительной петлей. И вот у нас получилось, что во втором ряду у нас уже образовались углы. Далее вяжем следующий ряд. Для этого провязываем 1 воздушную петлю. И в следующую петлю, это у нас будет угол квадрата, провязываем 3 столбика без накида. И так вяжем этот ряд до конца, в каждом углу провязывая по 3 столбика без накида. А в остальные петли мы будем вязать по одному столбику без накида. Все последующие ряды вяжутся точно так же. В каждом углу квадрата мы провязываем по 3 столбика без накида. Итак, вяжем квадрат до необходимого нам размера. Так будет выглядеть квадрат
при этом способе вязания. Также есть и другие варианты вязания квадратов.